Компания НПО «Аста» продолжает работать и во время пандемии. Ее деятельность соответствует указу президента и уточнениям Министерства труда России. НПО «Аста» производит и разрабатывает клапаны и трубопроводную арматуру для пароконденсатных систем, а также систем тепло- и водоснабжения. Наше предприятие было полностью остановлено, но через неделю, когда мы выяснили, что эти сроки увеличиваются, у нас стало поступать очень много запросов от наших заказчиков из области фармацевтики и пищевых предприятий, предприятий ЖКХ. Сотрудники офиса почти целиком перешли на удаленную работу. Ежедневный штат компании сейчас 20 человек. Большая часть из них – это рабочие. Проводится термометрия, сотрудников обеспечивают масками и перчатками, санитайзерами. Отгрузка готовой продукции осуществляется через транспортные компании или самостоятельно, чтобы снизить риски заражения. Непосредственно на производстве сотрудники соблюдают санитарную дистанцию. Это правило строго действует и во время приема пищи, и даже в курилку ходят только по двое. При малейшем заболевании, признаках заболевания сотрудника, мы предлагаем ему остаться дома, пройти двухнедельный карантин. Только после этого, после показаний врача положительных, выйти к нам. Заболевших на предприятии нет. Один из сотрудников, который вернулся из Вьетнама, уже прошел обязательный карантин и приступил к выполнению своих рабочих обязанностей. Ничего не испугался. Все было хорошо. Приняли на работу, как будто я нигде и не был. Как на карантине, трудно тебе было 2 недели дома сидеть? Ну, друзья помогали продуктами и всеми необходимыми вещами для жизни. Как самочувствие было? Хорошо. До пандемии коронавируса НПО «Аста» планировало расширять производство. От этой идеи руководство не отказывается. Несмотря ни на что, отмечается плановый рост. Компания продолжает развиваться. Денис Нитков, Александр Иванов, Дмитрий Волнов. Новости из Кровакт.